Девочка, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Ромашка. Жизнь невозможно повернуть назад. Встать в строй. Встать, сказала! Она инвалид. Ромаш, она правда инвалид. И что тебе? Все у тебя есть. Вот у тебя есть Серега, муж. Дочка, умница. Мы решили подарить караоке. Дочка из школы позвонила и говорит, весь класс тетю Алю по компьютеру лайкает. Как говорится, лукает, как они там. Садись, пиши. По невыполнению контракта. Ты что, Иваныч, мы же вместе пили. Пили вместе, пела ты одна. Монсеррат Камалия, маме. Иначе, ой, смотри, у тебя тысячу просмотров. Смотри, что про тебя пишут. Мы готовы вас взять сразу на первый тур, который пройдет в Москве. Блин, мама, это ж круто. Слушай, у меня консерваторское образование. Я тебе могу правильно дыхание поставить. Ну, правда, она у нас талант. Мы вот сидим как-то там, день милиции или еще что-то, понимаете. И вот как-то она вот поет. Сколько там до первого тура? 2 недели. Ну, может, и успеем. Женщину будем делать из тебя. Распускай ей волосы. Спину выпрями, грудь вперед. Что ты как каменный стоишь? Расслабься. Я не могу. Кому это нужно-то? Моему мужу Шурке. Кому нужно? Тебе нужно, дура. Еще никто не знает, что у тебя там. Как у тебя в Москве сложится. Как же так? Такой талант взрывать землю не годится. У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью.